Вниманию наземных сил. В сообществе найден нарушитель. Код окружить, клеймить, усмирить. Гражданин, вы обвиняетесь в несоответствии второго уровня и необщественной деятельности первого уровня. Силам ГО. Обвинительный код. Долг, меч. Выполнять. Отряду гражданской обороны. Признаки антиобщественной деятельности. Код. Собрать, окружить, задержать. Гражданин, вы обвиняетесь в тяжком несоответствии. Асоциальный статус подтвержден. Гражданин, теперь вы угроза обществу пятого уровня. Немедленно прекратить уклонение и выслушать приговор. Гражданин, вы обвиняетесь во множественных нарушениях. Гражданство отозвано. Статус «злостный нарушитель». Внимание! Неопознанное лицо. Немедленно подтвердить статус в отделе гражданской обороны. Внимание! Уклонистское поведение. Неподчинение обвиняемого. Наземным силам ГО. Тревога. Код. Изолировать. Огласить. Исполнить. Граждане, бездействие преступно. О противоправном поведении немедленно доложить силам ГО. Тревога. Подразделением гражданской обороны обнаружены локальные беспорядки. Собрать, исполнить, усмирить. Вниманию отряда гражданской обороны. Обнаружено уклонение от надзора. Отреагировать, изолировать, допросить. Вниманию наземного отряда ГО. Задействовано осуждение на месте. Приговор выносить по усмотрению. Код. Отсечь, обнулить, подтвердить. Вниманию всех наземных сил. Судебное разбирательство отменено. Смертная казнь по усмотрению. Вниманию жителей. Ваш квартал обвиняется в недоносительстве. Штраф 5 пищевых единиц. Гражданин, вы угроза обществу первого уровня. Подразделением ГО. Код пресечения. Долг. Меч. Полночь. Вниманию гражданам. Производится проверка идентификации. Занять назначенные для инспекции места. Внимание всем гражданам жилого квартала. Занять места для инспекции. Вниманию жителей. Замечено отклонение численности. Сотрудничество с отрядом ГО награждается полным пищевым рационом. Внимание! В квартале потенциальный источник вреда обществу. Донести, содействовать, собрать. Граждане, отказ в сотрудничестве будет наказан выселением в нежилое пространство.
Граждане, введен код действия при беспорядках. Код «Обезвредить», «Защитить», «Усмирить». Код «Подавить», «Меч», «Стерилизовать». Внимание! До сингулярности 1 минута. Внимание! До сингулярности 2 минуты. Внимание! До сингулярности 3 минуты. Особое внимание! До сингулярности 10 секунд. Особое внимание! До сингулярности 15 секунд. Особое внимание! До сингулярности 30 секунд. Особое внимание! До сингулярности 45 секунд. Тревога! Обнаружено нелегальное оружие. Конфискационное поле включено. Обнаружено устройство контррезонансной сингулярности. Сбой конфискационного поля. Тревога. Обнаружено нелегальное устройство контррезонансной сингулярности. Развернуться, выявить, вскрыть. Задействована последовательность взаимодействия сингулярностей. Патруль подтверждает вторжение извне. Вызваны вспомогательные воздушные силы. Ожидать поддержки. Тревога. Нет контакта объекта с отрядами перехвата. Возможно появление нарушителя номер 1. Сотрудникам охраны Нова Проспект занять опорные пункты. Директива номер 2. Задействовать резерв. Сдерживать вторжение извне. Контакт потерян в блоке B2. Развернуться, усилить, перехватить в блоке B4. Внутренним отрядом сдерживания Нова Проспект. Ликвидировать политзаключенных в блоке A7. Запретить внешний контакт. Внимание! Отключены системы наблюдения и обнаружения. Оставшимся сотрудникам охраны доложить о вторжении. Объект обнаружен. Блок D8. Внимание! Стерилизаторы поля сдерживания в опасности. Воздушным звеньям 6 и 8 десантироваться и собраться. Особая тревога. Вторжение в Нова Проспект. Нет связи с периметром. Отрядом охраны применить стерилизаторы в блоках с подозрением на заражение. A5, A7, B2. Угроза вторжения. Рапорт воздушной разведки. Во вторжении может участвовать Фримен. Наземным силам оставить сдерживание внешней угрозы. Ожидайте коды корректировки. Внимание! Обнаружено подключение вирусного интерфейса и перепрограммирование полифазного ядра. Стерилизаторы и поля сдерживания в опасности. Внимание наземным силам! Провал миссии влечет выселение в нежилое пространство. Напоминаю код «Пожертвовать», «Остановить», «Устранить». Тревога! Обнаружена аномальная внешняя активность. Следовать процедуре сдерживания и докладывать. Особое внимание! Отряд внешней охраны 6 Нова Проспект. Отключены ограничители периметра. Особое внимание! Отключены ограничители периметра.
Особое внимание, отключены ограничители периметра. Всем сотрудникам охраны немедленно принять участие в сдерживании.